أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الضائمة ولا أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي من ناشو На прошлом уроке мы говорили о запретности следования, о запретности следования в вопросах идеологии, в вопросах убеждений за чьим-либо мнением или за кем-либо. Мы говорили о том, что в этих вопросах, в вопросах идеологии и убеждений каждый человек, каждый мусульманин, каждый верующий обязан исследовать и проводить исследования самостоятельно. И Посредством этих исследований достигать уверенности, достигать убежденности. То есть убежденность в этих вопросах, в частности в вопросе единства Бога, в вопросе о том, что Бог является единым, каждый человек обязан самостоятельно прийти к этой убежденности. И ислам, религия не разрешает ни одному человеку за кем-либо следовать в этом вопросе. Не имея самостоятельного исследования, не имея самостоятельного понимания. И мы для этого приводили доказательство, вернее, одно доказательство разума, согласно которому, если бы мы встали перед вопросом, во что верить, в единство или во множественность Бога, например, то мы могли бы придерживаться некоторых из этих точек зрения, то есть одной точки зрения, или же могли бы теоретически придерживаться обоих точек зрения. Это те возможности, которые подсказывает нам разум. Но при этом разум также нам подсказывает, что обоих точек зрения нам, мы придерживаться не можем. Мы не можем быть убеждены и в том, и в другом. Не можем быть убеждены в том, что Бог един, и в то же время быть убеждены в том, что Бог имеет соучастника. Поэтому остается только один выход. Быть убежденным только в некоторых убеждениях, в некоторых взглядах. В частности, в данном примере, или же быть убежденным в том, что Бог един, или же в том, что у Бога имеется соучастник. Но здесь мы, выбирая одну из этих точек зрения, можем выбрать, ту или иную точку зрения на основе убежденности, на основе доводов и доказательств, на основе самостоятельных исследований или же без какого-либо довода, без какого-либо доказательства, без убежденности, без уверенности. Например, наугад. И второй вариант с точки зрения разума является абсурдным. Как можно что-либо предпочесть, не имея на это веских доводов, не имея на это оснований. То есть, если и единство Бога, и множественность богов для нас равнозначны с точки зрения нашего понимания, с точки зрения наших исследований, наших убеждений, то как мы можем предпочесть одну из этих точек зрения над другой точки зрения? И поэтому разум нам подсказывает, что в этих вопросах, в вопросах убеждений, мы должны проводить исследования на основе доводов и доказательств. Чтобы придерживаться каких-либо точек зрения, разум подсказывает, что мы должны иметь на то вес, веские основания. Это доказательство разума о запретности исследования, о запретности таглида, следования за, за кем-либо, слепого следования. Доводы на это также имеются из Откровения. Коран и Сунна также подтверждают доводы разума и говорят о том, что следование в этих вопросах запретно. Слепое следование, безосновательное следование запретно в этих вопросах, в вопросах идеологии. Например, в Священном Коране Всевышний Бог неоднократно порицает многобожников – за то, что в своих убеждениях они следуют за кем-либо другим, в частности за своими предками. Например, в одном из аятов Всевышний говорит, ⁇ Мы нашли своих отцов на этих убеждениях, на этом веровании, именно за их следами, по их следам мы исследуем. То есть в этом аяте Всевышний порицает многобожников за то, что они в исповедовании своих убеждений, в исповедовании своих взглядов следуют примеру своих отцов. То есть те или иные убеждения, в частности, в данном случае говорится о многобожии, эти люди следовали тем убеждениям, которым следовали их отцы. Почему? На каком основании? Только потому, что они на этих убеждениях обнаружили своих предков. Только потому, что их предки исповедовали эти убеждения. Также в другом аяте сказано, они говорят, то есть многобожники, мекки говорят, утверждают, что следуют за тем, зачем следовали их родители. Зачем? следовали их предки. И Всевышний задается вопросом, а если бы их предки, если бы их предшественники ничего не мыслили бы, не разумели бы ничего, исследовали бы заблуждению, не были бы наставлены на верный путь, то что тогда? В этих аятах яснейшим образом Всевышний порицает следование, порицает таклит, порицает безосновательное исследование за чем-либо, за какими-либо убеждениями, за кем-либо доверяя кому-либо. И это очень большая беда, потому что во все времена, в частности, в современном мире, очень многие люди тех или иных убеждений придерживаются только на основании каких-либо ложных доводов, на основании ложных причин. В частности, следование за своими предками. Это явление, которое мы обнаружим в истории многобожия, в истории, в частности, многобожников Мекки, в современном мире также имеет место быть. В частности, очень часто мы с этим сталкиваемся в христианском мире, когда те или иные христиане ссылаются на верность своих убеждений, на истинность своих убеждений на основании того, что их предки, их родители, именно этим убеждениям следовали. По этому поводу имеются также предания, которые порицают следование, порицают таглит, порицают слепое следование за кем-либо. Например, имам Садыг, алейсалату сказал, «Мен дахаля хада дина бирриджал, ахраджаху мин Тот, кто придет к этой религии, имеется в виду к религии ислам, тот, кто придет к исламу из-за людей, из-за других, из-за мнения своих друзей, знакомых, из-за мнения своих, своего окружения, или же из-за мнения своих родителей, своих предков, из-за мнения своей семьи, то есть придет к исламу. Исламу, который несомненно является истинной религией, несомненно с точки зрения мамы сады, алей, салат, алей, является истинной религией. Даже если к истине человек придет, из-за людей, из-за мнения людей, ахраджаху мин то он выйдет из этой религии из-за людей. То есть точно так же, как он вошел в религию из-за людей, также он выйдет из-за них. точно так же, как они ввели его в эту религию, также они его выведут из него. Также его светлый Симам сказал, «Ва сунна, а тот, кто войдет в религию, тот, кто найдет истину, тот, чьим основанием в этом будет книга и сунна, то есть те вещи, которые имеют обоснование, те, которые имеют крепкий фундамент, те вещи, которые обоснованы, то есть книга и сунна, тот, кто войдет в религию через книгу и сунну, то его вера, его убеждения не разрушатся до тех пор, пока не испепелятся, не разрушатся горы. То есть они, эти убеждения, убеждения, основанные на доводах, доказательствах, на крепком фундаменте. Крепче гор, согласно словам Мамсад Галайслав Ассалам. Также его светлости Мамсад Галайслав изволил сказать, фи Амрин минху тот, кто возьмется за какое-либо дело, возьмется за что-либо по невежеству своему, по незнанию, также оставит это дело по своему невежеству и незнанию. И этот принцип можно применить в очень широких... Вопросах, по очень широкому кругу вопросов, в частности в убеждениях, в частности в исламских убеждениях, тот, кто возьмется за те или иные убеждения по своему невежеству и по своему незнанию, также и покинет эти убеждения, эти взгляды, даже если они будут истинными по своему невежеству и по своему незнанию. Также Его святость Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, изволил сказать: Будь! знатоком и обучайся будь знатоком и обучайся валя так и не будь тем кто просто кивает тем кто соглашается с чем-либо просто так без основания без доказательства без довода поэтому таким образом мы видим что как разум так и откровения ясно и недвусмысленно порицают следование за кем-либо следование, за чьим-либо мнением в этих вопросах. И поэтому исламом запрещено. Ни один человек, ни один мусульманин не имеет права придерживаться того или иного взгляда, тех или иных убеждений безосновательно. И обязан не просто, как мы говорили ранее, проводить исследования, не только обязан изучать, выяснять те или иные важные и фундаментальные вопросы, касающиеся Бога, мироздания, его самого, его будущего, его прошлого, его настоящего. Но и более того, эти исследования должны происходить на основании доводов и доказательств. Те или иные взгляды он должен придерживаться только на основании крепкого фундамента, крепких доводов и крепких оснований. На этом все. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.